Тем временем на западном берегу реки Иордан в городе Маале-Адумим выясняют детали нападения, произошедшего накануне. Палестинский подросток напал на двух израильтян в супермаркете и нанес им серьезные ножевые ранения. Остановить малолетнего преступника удалось выстрелом в ногу, после чего злоумышленник и два его подельника были арестованы. Раны очень глубокие. Террориста остановили выстрелом в ногу. Данный инцидент продолжил серию нападений, в которых за несколько дней погибли уже 11 граждан Израиля. Во вторник двое палестинцев напали на мирных жителей, пришедших на утреннюю молитву в синагогу. Нападавшие были застрелены полицией.